Здравствуйте, коллеги. Рад вас приветствовать на очередном вебинаре пирингового форума NSKX. Сегодня мы продолжаем нашу техническую часть, и сегодня у нас будет достаточно интересный доклад принципал инженера Quinyx Игнаса Богдоноса на тему транспортной безопасности BGP, который называется как «Транспортная безопасность BGP как рецепт хорошего сна администратора». Но прежде чем мы начнем, я бы сказал буквально два слова о сегодняшней программе. Помимо презентации мы планируем провести сегодня онлайн-игру с призом для победителя на знание безопасности BGP. Вот, это наш первый опыт в этом плане. Надеемся, что он вам понравится. И будем рады услышать ваши вопросы в нашем телеграм-канале PF2020. И также хотелось бы отметить, что чтобы участвовать в игре, необходимо также зарегистрироваться на этом телеграм-канале, чтобы никнейм ваш в игре совпадал с никнеймом в телеграм-канале, чтобы мы могли с вами поддерживать связь. И по окончанию презентации мы проведем игру. А теперь поприветствуйте докладчика. Игнас, рад тебя слышать. Тебе слово. Добрый день и спасибо за приглашение. Как и в каждом году, очередной пиринговый форум. И какой же пиринговый форум без, самой главной темы – BGP? Вот и поговорим об этом. И в этот раз попробуем поговорить об одном аспекте безопасности BGP. Наверное, не таким популярным, как RPKI, лики и прочие другие дела, но о транспорте BGP. Так как формат этого мероприятия в этом году другой, в формате презентации другой, мы начнем сперва с вопросов. И вопросы сперва буду задавать я вам всем, и буду надеяться получить от вас ответ. Так вот, и с того и начнем. Вопрос. А когда вы последний раз меняли пароль на сессии своих BGP-соединений? Ну вот просто в течение нескольких минут попробуйте вспомнить такой случай и попробуйте вспомнить детали, что и как там происходило. Если мы говорим о контексте безопасности BGP, есть две большие части. Это информационная безопасность и транспортная безопасность. Информационная безопасность – это то, что идет по BGP и как это соответствует реальности, корректности. Транспортные вопросы – это что и по каким каналам, и как идет, и как можно достучаться до тех каналов или там сделать что-то такое плохое или просто другие пакости. BGP, он исторически очень безопасный протокол. В нем с самого начала не было никаких механизмов обеспечения безопасности, потом в некоторое время была просто аутентикация открытым паролем, которая после недолгого практического пользования было понято, что это нехорошо, и она была оттуда вынята, и опять BGP не имеет никаких даже базовых механизмов аутентикации. И именно из-за этого BGP опирается на работу поверх транспортного протокола, который может предоставлять вот какие-то вот такие услуги по безопасности. Если мы смотрим как бы на всю пирамиду, для того, чтобы обеспечить достаточный уровень на уровне безопасности информации, нужно иметь некоторые гарантии того, что эта информация, что эту информацию не можно поменять посередине, по пути, когда она идет от одного роутера на другого. И это значит, что механизмы обеспечение безопасности на уровне информации BGP, они опираются на механизмы безопасности транспорта BGP.
Естественно, если таких механизмов у нас нет, становится рискованно говорить о какой-то верном, каком-то верном уровне безопасности BGP на информационном уровне. Так что, значит ли это, что опять что-то сломалось в BGP? Ну, опять не сломалось, там никогда хорошо, там никогда очень хорошо не было, но все к этому привыкли и постепенно-постепенно как бы изобрели всякие механизмы, которые более-менее хорошо работают. Что важно понять, если мы смотрим на как бы карту рисков, то, что цена обеспечения impact по-английски, на атаки на информационном уровне, они намного выше, они намного более выгодны. Допустим, сделать атаку при помощи модифицирования информации какого-то раутлика или там еще чего похожего намного проще и намного выгоднее, чем пробовать, как, например, подобрать пароль или там уронить сессию или что-то такое. Или даже если мы это сделаем, impact вот таких действий, он ниже. Но если мы смотрим на развитие технических компонентов экосистемы, которые есть вокруг BGP, и я здесь говорю о других протоколах, которые с этим связаны, допустим, RTR — это сигнализация для RPKI, или BMP — это сигнализация телеметрии из BGP. Атаки на такие протоколы становятся интересными с той стороны, что мы можем, допустим, ослепить свою инфраструктуру, которую мы атакуем, и потом там что-то сделать. И если наша система мониторинга и анализа телеметрии не будет видеть, что там будет происходить, наверное, это просто будет способствовать более легкому прохождению такой атаки. Опять надо оставаться на действительно реалистичном уровне и не пробовать решить все теоретические проблемы безопасности. Если цена атаки никак не сравнима с ценой выгоды из этой атаки в большую сторону, наверное, не надо сильно надеяться, что такие атаки будут распространены. Так как же BGP срабатывает с транспортом? На сегодня это TCP. В некоторых нишевых деплойментах используются другие протоколы, но это очень нишевые и маленькие деплойменты. Мы пока не берем их на рассмотрение. Атаки на TCP как таковой, как на транспорт и протокол как такой, они никак не являются новыми. Это 40 лет от начала TCP такие атаки были и будут. И также хорошо понятны методы противодействия и как такие атаки детектировать и что делать, чтобы они не были успешными. Так вот, если мы смотрим со стороны BGP, можно выделить две большие группы, связанные с атаками на уровне транспорта. Одно — это когда мы видим или можем перехватить, или видим весь транзитный трафик между двумя спикерами BGP в одну сторону или обе стороны. Это немножко меняет, но суть остается та же самая. Так как нет никакого шифрования и сам протокол не имеет никаких других механизмов аутентикации, если мы можем перехватить этот трафик, мы вполне можем его изменить. Вот и представьте себе радость, если вы анонсируете префикс, а по пути этот анонс превращается в withdrawal, или там префикс меняется, или анонсируются какие-то префиксы, которых вы не анонсируете, или атрибуты меняются. Это все возможно, и даже существуют продукты, которые занимаются такими манипуляциями с BGP. Некоторые в хороших или как бы в образуемо хороших целях, другие в действительно не очень хороших целях.
Другой вариант – это когда мы не имеем доступа к самой сессии, но имеем доступ к соединению между этими двумя роутерами. Это просто слепое, как бы, вторжение в сессию. И самая главная атака в этом случае – это разорвать TCP-соединение. Вот, и потом последует реакция BGP на это. Со стороны практического воздействия, да, для того, чтобы такое сделать, недостаточно просто сгенерировать пакет и отослать кому-то. Первое дело, нужно знать, где отослать, нужно попасть в эту сеть. И если у вас есть правильная операционная гигиена, это сделать, конечно, будет трудно. Даже если вы попадете вот в это соединение, еще надо попасть в саму сессию TCP так, чтобы это было принято. Но если атакующий знает принципы работы BGP, как оно, как это взаимодействует с транспортом и, допустим, механику и динамику работы самой BGP-сессии, это сделать не так уже трудно. Это не тривиально, конечно, но в реальных сетях и в реальных деплойментах такие атаки встречаются, и иногда они бывают и успешными. Так, деталей по этому вопросу я больше не буду рассказывать, так как это реальные атаки. С другой стороны, это не какой-то rocket science. Немножко поэкспериментировать, немножко почитать спецификации, и там становится более-менее все ясно, как это должно работать. Обратно к нашим вопросам. Так вот, если вы вспомнили, когда вы последний раз меняли пароль на сессии, это какие ваши впечатления от вот такого процесса? Что же с вашей BGP-сессией случилось? У меня может быть такое легкое подозрение, что этой сессии BGP не было очень уж хорошо. Ну да, она упала, потом поднялась. Там, может быть, еще что-нибудь случилось в сети. Но если мы хотим хвастаться длительным интервалом жизни сессии BGP, это не очень совместимо с менянием паролей на этой сессии. И для некоторых операторов это может быть важный критерий. Так, идем обратно к нашим техническим деталям. Если мы говорим о транспортной безопасности, тут есть опять две большие подгруппы. Это конфиденциальность или шифрование и аутентификация или контрольная сумма и тестирование подлинности. Обе эти функции, они предназначены для разных применений, и если мы говорим о контексте BGP, особенно в контексте глобальной таблицы маршрутизации, мы не говорим о секретной информации, которая там передает. Это же все равно публично доступно в многих и многих точках. То, что нам важно, это проверка на то, что никто в транзите между двумя роутерами не делал никаких модификаций на эту информацию. То, что кто-то может это прочитать, да пусть учится. Потом другой, это, кстати, аспект, связанный с практичностью. Если кто-то снаружи вашей сети может вам вовнутрь прислать пакет, от которого падает ваша BGP-сессия, так, наверное, в вашей сети, в вашей организации, архитектуры этой сети есть намного и более сложных проблем, чем механизм, который не разрешает вам быстро и успешно менять пароль на сессии BGP. Это все-таки элементарные азы дизайна, правильного дизайна сетей, разграничения доступа и элементарной фильтрации, что к таким критическим компонентам инфраструктуры не должно быть доступа. Да, конечно, мы имеем внешние пиры BGP, их надо, естественно, открыть и пустить только то, что, с кем они должны говорить.
Но держать свою инфраструктуру открытой для всего мира – это не самая лучшая методика. В BGP вместо разработки внутреннего механизма безопасности, вместо того сделано несколько механизмов увеличения ее отказоустойчивости. Graceful Restart в этом случае, наверное, самый популярный и распространенный для пользования. И если у нас падает BGP-сессия, роуты, которые были анонсированы, не остаются. Остаются как неактивные, но они не выбрасываются. И если потом через минуту сессия с новым паролем поднимется обратно, они будут переиспользованы. И это, кстати, хорошо, и это работает, и это нужно пользоваться. Вот если мы более детально посмотрим на один из вариантов, это внешний пиринг. Доверия между участниками, как правило, нет. Вот это другая сторона. Для нее надо открыть транспорт для BGP-сессии. Конечно, это надо фильтрировать. Зависит от платформы. Некоторые делают это автоматически, для некоторых это надо делать руками, но это надо делать. Также правильный подбор значений time to live и в высшую сторону, и в нижнюю сторону, это тоже нужно делать и использовать graceful restart. Как правило, разговаривая вот с коллегами во всяких мероприятиях и форумах, общее мнение использования паролей на BGP-сессиях. Первое – это для проверки того, что если мы отключили сессию для мейнтенанса и потом после мейнтенанса ее включили обратно, это проверка того, что мы подключились именно к тому перу, к которому подключались прежде. Это как бы еще один идентификатор проверки, потому что адрес, если это делается руками, легко спутать, перепутать, а вот тут еще один ключ, если они разные, ну, будет легче увидеть, что сессия не поднимается. Внутри вашей инфраструктуры, первое дело, вы управляете своей инфраструктурой, и вы в контроле, вы в ответственности. И сделать правильный дизайн намного проще, и разграничение прав и по транспорту намного проще, чем если мы говорим о внешнем пиринге. Опять, безопасность на уровне протокола – это не замена того, как вы строите и как вы дизайните сети, как вы оперируете этой сетью. Это может быть шифрованная сессия между двумя рутерами, но если есть доступ изнутри вашей сети, там, где, допустим, конечные пользователи живут, это не поможет. И третья и, наверное, самая интересная часть в контексте этого доклада – это точки обмена трафиком. Это как бы и смесь первых двух. Первое дело – это общая инфраструктура, но второе – это среда без доверия. Все как бы доверяют друг другу, но, с другой стороны, не так уж и очень. И там, именно из-за того, что все находятся в той же самой зоне видимости, один участник точки обмена может довольно легко инициировать такие типы атак на других. Так, третий вопрос. Вот услышав все эти страшные истории, будете ли вы еще когда-нибудь пробовать менять пароли на своих сессиях BGP? Если все еще хотите, давайте посмотрим на более детальные технические аспекты. Как это работает сегодня, как это не работает сегодня и что можно сделать. Когда вы конфигурируете пароль на сессии BGP, в реальности там никакого пароля нет. Это все остается на конечных роутерах, и из этого пароля строится сигнатура того, что выходит в канал. Берется BGP-пакет, тоже TCP-хедер, IP-хедер, просчитывается контрольная сумма, ставится внутрь TCP-сегмента, и эта сумма просчитывается вместе с секретным ключом, который не идет по проводу. Другая сторона делает обратный процесс и проверяет, и менял ли кто-нибудь содержимое этого пакета по пути или нет. Если сторонняя сторона не знает,
этого секретного ключа, и действительно будет трудно сделать такую модификацию. Название MD5 идет от алгоритма, который используется для этой хеш-функции, довольно старого исторического, которого многие практики безопасности ругают. И действительно, там есть фундаментальные проблемы, если это использовать для криптографически стойких применений. То, что и используется здесь, это просто генерация контрольной суммы. И да, действительно, такой вариант, он как бы не отрицается, но если есть возможность, конечно, рекомендация отойти от этого. Но самая главная проблема в том, что то, как это сделано, не разрешает никакого механизма расширения. Мы можем использовать один, назовем это пароль для простоты, мы не можем его менять, и нет никакой индикации, используемый новый пароль или старый, потому что просто в то время, когда это создавалось, это было сделано для решения проблемы, понятия которой было в то время, это было давно, понимание проблематики изменилось, а протокол и остался. Вот так все и живем и меняем пароли на BGP, строго смотря на часы. Если успеть это сделать в интервале между Keep Alive сообщениями, да, там все будет работать, но это никак не гарантировано. Это просто хак, но не решение. Какие альтернативы? Первое, то, что MD5 не является рекомендованным для использования. И если мы смотрим строго с формальной стороны, да, это нарушение, допустим, формата или правил безопасности. Что намного важнее с практической точки зрения, что пароли нужно иметь возможность менять. С другой стороны, вполне может быть такие ограничения или потребности в контексте безопасности, что механизм генерации ключа, сама хэш-функция, она должна быть какая-то своя, собственная. Было бы хорошо, что этот механизм разрешал нам это. Ну и, конечно, было бы очень хорошо, чтобы не изобретать опять через 10 лет что-то новое, а можно было бы расширять этот механизм транспортной безопасности. Что мы можем пользовать? Конечно, мы можем сперва смотреть вниз и шифрование на уровне Ethernet. Да, это работает. И работает, кстати, хорошо. Но, как правило, это позиционируется на аппаратуру другого класса, это более enterprise, а не решение уровня service provider. Опять, это зависит от маркетинговой стратегии конкретного вендора. Там есть механизм управления ключами, это .1x, и это, наверное, самая большая проблема этого механизма. Не все там очень так тривиально, и для простой подмены ключа там надо городить систему совсем не маленькую. Да, это очень хорошо работает в том же самом Enterprise и, допустим, для обеспечения идентификации и аутентификации клиентов. Но если мы говорим о аутентификации транспорта между двумя роутерами, это первое дело избыточно. Другое дело, шифруется, как правило, все, а не только BGP. И это вопрос накладных ресурсов. IPsec. Конечно, хорошо знакомый и широко используемый протокол. Он действительно хорошо делает свою работу. Только есть одна практическая проблема, если мы говорим об этом в связи с BGP. IPsec, как правило, в доминирующей большинстве имплементаций реализован как тоннель. BGP, конечно, очень любит тоннель. Это же еще один интерфейс, через который можно работать. И если мы не будем внимательны, получится так, что все наши нексгопы видны через этот тоннель, который зашифрован.
И как следствие, это не только BGP трафик control plane, который будет идти по этому тоннелю, будет зашифрован, но и весь транзитный data plane трафик, который будет зашифрован, будет тоже зашифрован. Вот вашему роутеру это может немножко и не понравиться, в плане того, что он просто может не справиться с этим. Это все-таки решение не для таких вариантов. Да, это можно исправить, и такие деплойменты есть и работают, но это еще один слой именно в сферу дизайна и поддержки, где надо быть внимательным. Это не просто так, что взять и поменять один протокол на другой. TLS используется повсюду, и действительно все там хорошо просто с точки зрения безопасности как таковой, но TLS он смотрит только на себя. Он идет поверх TCP, и аутентикация, и шифрование, и все другое связанное с безопасностью там идет только от TLS и глубже. Атаки на уровень TCP, они как работали, так и будут работать. Эта проблема, она знакома для разработчиков TLS, и их ответ очень простой. Это используется, первое дело, попасть в такую сессию, это не так уж и тривиально, это просто вероятность такого довольно низкая. С другой стороны, если мы сопоставляем эту низкую вероятность с временем жизни одной TLS-сессии, как правило, она очень короткая. И из-за того это не считается практической проблемой. Другие аспекты удобства работы в TLS, автоматизации, обмена ключом, генерации ключом, проверки другой стороны, аутентикации другой стороны, оно все дается ценой некоторых вспомогательных протоколов, которые нужны для этого. И это имеет свою цену. С другой стороны, а вот, допустим, если мы используем не pre-shared, а certificate-based аутентикацию, а что вы будете делать, если закончится время действия сертификата, или ваш сертификат authority станет недоступным, или мало еще чего-нибудь? Упала BGP-сессия, но проблема-то не в транспорте BGP-сессия, проблема в другом конце сети. И это действительно дает накладные, требует накладных ресурсов из стороны администрирования. Конечно, мы можем взять BGP и исправить. В плане безопасности можно сделать свой собственный транспорт или там вставить механизм безопасности в саму BGP, заодно исправить и все другие проблемы, и потом забыть, что мы начали это делать для безопасности, и получится новый протокол, который делает то же самое, имея те же самые дыры в безопасности. Я даже и диаграммы, и иллюстрации здесь не нарисовал для этого варианта. Quick. Это новый, модный и начинающий сильно распространяться протокол. Он действительно имеет очень интересные качества не только для конечного пользователя, но и для более обобщенного случая использования, когда нам нужен немного более интеллектуальный транспорт, чем это может сделать TCP. Самое главное то, что внутри одного соединения Quick можно иметь несколько логических соединений. А одна из больных проблем с BGP есть то, что если у нас есть больше, чем одна address family в одной сессии, допустим, мы передаем IPv4 и IPv6 по тому же самому соединению, ошибка в любой из этих address family закончится тем, что будет терминирована вся сессия BGP, а не только та, для которой эта ошибка является важной. И если, смотря так вот в далекую перспективу, Quick как транспорт для BGP может и состояться, но главное не по причине того, что у него есть хорошее качество безопасности, но именно вот из такого логического разделения. И, так сказать, в придачу будет хорошее обеспечение транспортной безопасности. Опять, это спекулирование, но такое может и случиться.
И, наверное, самый реалистичный из всех вариантов – это TCP Authentication Option. Как таковой, это расширение идеологии опции TCP-MD5. Это не новый протокол, ему уже около 10 лет. Проблема только в том, что он был теоретический протокол. Спецификация была, но никто из вендоров не взялся его реализовать из-за очень простой причины. Им не было очевидно, что в индустрии и в сообществе есть потребность в таком механизме. Сейчас и особенно с приходом новых control plane протоколов, связанных с BGP, это мнение начинает понемножку меняться. И это особенно связано с RTR и с BMP, которые начинают являться критическими компонентами для работы BGP, не с самим BGP как таким. С другой стороны, если реализовать эту функциональность для одного протокола, надо реализовать это универсально. И из-за этого получается, что если BGP хочет этим пользоваться, такая возможность, наверное, и найдется. Самое главное изменение, смотря на TCP-MD5, это то, что можно гибко указать конкретную хэш-функцию, которая пользуется, можно использовать свою. И тоже есть механизм, который внутри самого вот этого как бы контейнера протокола позволяет менять динамически ключ, по которому генерируется эта сигнатура. Как это работает? Внутри пакета три больших поля. Сама сигнатура — это все эквивалентно так же, как и было в варианте с MD5, и плюс есть два дополнительных поля. Это индикатор того ключа, с которым я сгенерировал свою сигнатуру, это я отсылаю соседу, и индикатор или запрос от меня соседу использовать ключ с таким-то номером. Это сигнализация в одну сторону. Нет никакой координации и ничего другого, кроме того, что я отсылаю свою сигнатуру, я запрашиваю соседа отсылать мне сигнатуру вот с такими-то параметрами. Какой конкретный алгоритм хеширования, с какими параметрами и как, это все делается out of band. Да, вам все равно нужен телефон договориться с оператором своего соседа, чтобы параметры совпадали. Но потом изменение, допустим, ключа или изменение даже механизма генерации сигнатуры может происходить динамически без терминирования, без завершения TCP-сессии. Если мы смотрим практические стороны, для того, чтобы этим можно было пользоваться, это, конечно, должно быть реализовано в практических рутерах и другом оборудовании. На сегодня в рынке начинается поддержка TCP-IO со стороны больших вендоров. Все главные игроки, они это или имеют, или планируют иметь вот, в течение следующего года. Некоторые из них делали интероперабилити, там все работает, все там хорошо. И вот если у вас инфраструктура такая, что вы пользуете вот, только популярные главные вендора, вы даже сегодня можете это пользовать. Намного более проблематичная ситуация с открытым программным обеспечением. И это особенно больно для раут-серверов и всяких инфраструктур мониторинга. Никто, просто нет реализации, нет достойных внимания реализации TCP-IO в открытых операционных системах. Это зона ядра, это не аппликация. И, допустим, если мы берем BERT как раут-сервер, там сделать расширение для поддержки TCP-IO там тривиально. Это вопрос нескольких десятков строк. Но проблема в том, что в ядре операционной системы нет поддержки TCP-IO. Есть некоторые варианты. Допустим, FreeBSD делает по одному, Linux делает по другому, OpenBSD делает по третьему.
а коммерческий вендор делает по четвертому. И если мы хотим в перспективе иметь interoperability на уровне имплементации, это должно быть первое дело решено на уровне архитектурного как бы, координирования, как и кто делает. Другой важный аспект всякие утилиты диагностики, Wireshark, Sniffer и прочее, это тоже должны поддерживать. Эта работа немножко легче, и в эту сторону есть довольно ощутимое движение. Со стороны пользования этого, если мы смотрим на сегмент, где это можно начать пользовать первым делом, это Exchange. Но опять, проблема, которая это блокирует, это раут-сервер. Вот в нескольких последних митингах, допустим, в ITF я был хакатон, в Nanog я был хакатон на тему TCP.io. И да, там есть некоторые маленькие, допустим, движения в ту сторону, как патч для Wireshark, патч для ядра Linux, чтобы он мог принимать, но передача пока в этот момент не работает. Но опять, нужна координация. И может быть так, что, допустим, EuroOX, ассоциация Exchange операторов в Европе, может быть, вступить как бы координирующий орган вот такой разработки. Пока ничего не решено, это только на уровне планирования. Но если мы смотрим на сторону коммерческих вендоров, они открыто говорят, что им это интересно, и они поддерживают такую инициативу. Вплоть до того, что если индустрия, вот как вся, договориться, что если вот этот вариант мы пробуем реализовать вот так, и это не соответствует их реализации, они могут сильно не противостоять тому и, наверное, поменяют свою реализацию. Так, итоги всего этого разговора. Один протокол как таковой, он не решает проблемы безопасности, даже одной части, вот транспортной части этой безопасности. Для того, чтобы администратор спал спокойно, нужно использовать совокупность всяких механизмов, которые работают вместе в эту сторону. Опять важный аспект, что то как бы чувство, ложное чувство безопасности, которое мы можем получить, если вот мы деплоим какой-то протокол, оно есть ложное чувство. Дизайн, аспекты дизайна сети, они намного более важные, чем использование, допустим, там, вообразимо криптостойкой функции или криптостойкого протокола. И опять, TCP.io на сегодня, статус ее такой, что он является как бы надеждой решения вот группы таких проблем. На сегодня это не является решением, если вы хотите взять что-то и использовать вот во всей экосистеме. Сегодня это можно использовать в некоторых ограниченных сферах. Дискуссия. Вот задал я вам те три вопроса. Насколько вам они были больны и насколько вам вот вся эта тема является больной до такой степени, когда вы уже хотели бы что-то сделать по этому? И если мы смотрим конкретно на TCP.io, там не совсем все плохо, но может быть намного лучше. Как вы думаете, какие у вас есть, допустим, мнения или даже пожелания или suggestions, что можно было бы делать? И надо ли делать что-то вообще? Наверное, с моей стороны все. Вопросы, дискуссии, пожелания, подарки, конечно. Спасибо, Игнат. На самом деле, да, есть у нас вопросы. У меня там просьба тебе посмотреть, я тебе их частично отправил уже персонально. Вот. А значит, дополнительно я хотел бы озвучить, что мы тут фиксируем некоторое количество вопросов острых про регулирование связанности, про государственное регулирование. Вот у нас до этого был доклад Дмитрия Пескова, в частности, он сказал, что
государственное регулирование это топор, а не скальпель. Ну и как технический специалист, я, в общем-то, считаю, что мы находимся как бы на волне технических решений, технологий, и не наша как бы задача, не тема текущей сегодняшней дискуссии, решать и обсуждать вопросы законодательных норм. Поэтому есть только надежда, что те, кто занимается законотворчеством, они увидят нашу эту дискуссию и поймут, в какую деликатную область они вторгаются при регулировании подобных. Вот, и я еще приглашаю Игнаса тоже в наш чат по пиринговому форуму, где коллеги могут тоже позадавать вопросы уже по окончанию сессии. Вот, но, значит, Игнас, наверное, проще будет тебе самому прочитать вопрос и ответить, который я тебе там отправил. Вот. Да. Давай, да, продолжим потом дальше. Я там вижу один вопрос. Это о том, что видел ли я какую-то реальную атаку на BGP так и как я сумел ей противостоять? Героически сумел. А, хорошо, это шутки. Да, видел такое несколько раз. И это действительно было вторжение в сессию BGP и уронение сессии как такового. Так вот, за мою карьеру 24 лет работы с BGP такое я видел, если хорошо помню, 3 раза. Однажды в довольно контролируемой среде, а дважды это просто ну, как бы в глобальной сети, если так это можно сказать. Это просто факт. Факт вот на как ответ на тот конкретный вопрос. Как этому противостоять? А никак. Это уже после, постфактум, так сказать. Если мы смотрим со стороны вот, успешности этой атаки, да, она была в то время успешной. Сколько сот тысяч таких атак было неуспешным, я, конечно, этого не знаю. Потому что детектирование таких вещей, оно делается логированием трафика BGP или трафика control plane, если мы обобщаем. Такое не всегда делается, не часто делается, не все там логируется. И опять, это очень зависит от реализации, от платформ, от очень многих других аспектов. Так что, отвечая на вопрос, реально ли такая атака, да, она реальна. Насколько она достижима, насколько легко она достижима, совсем нелегко. Так, каких целей пытался добиться атакующий? Как минимум в двух из тех вариантов это просто было как бы ну, показать, что я могу. В третьей цели, я подозреваю, что это больше тоже было что-то в ту сторону, из-за специфики вот того как бы окружения, где это все происходило, ну там не особо было чего атаковать. Но я не могу ответить за атакующего, но я подозреваю, что это было что-то тоже в сторону, чтобы показать, что я могу. Так, больше вопросов я вижу только этот один. Да, пока мы ожидаем как бы дополнительные вопросы, я напомню, что в чате вы можете задавать в Телеграме, в канале PF2020 можете задавать дополнительные вопросы докладчику. Ну, а мы, я думаю, что пока приступим к началу следующей интересной части. Я надеюсь, что у нас получится наш опыт. Так, я сейчас включу, значит, трансляцию нашей игры. Если кто не знает, это будет проходить на технологии Kahoot. Уже некоторые онлайн-форумы уже использовали в своих презентациях, в своих вебинарах. Вот сейчас на экране, если правильно, да, идет трансляция. Сейчас на экране у вас должно появиться адрес, куда надо зайти. Вы можете использовать любой мобильный телефон,
надо зайти на сайт kahoot.it и ввести пин-код, который вот вы видите на экране, семизначный код, он у вас перед глазами для начала игры. Соответственно, просим вас указать тот никнейм, который у вас указан в Telegram-канале, чтобы можно было с вами потом дополнительно связаться. Ну и по окончании игры просьба победителя написать отдельно нам письмо на events.msk.ru, чтобы мы вас точно идентифицировали и выслали вам по вашим координатам приз. Сегодняшний приз – это Яндекс-станция. Я надеюсь, что, в общем-то, это интересная такая, интересный приз, и всем будет интересно поучаствовать. Вопросы могут быть показаться на первый взгляд не очень простыми, но задача здесь постараться ну, в какой-то степени и проявить логику, и мышление, и найти правильные варианты ответа. В некоторых вопросах один вариант ответа подразумевается, а в некоторых, возможно, несколько вариантов ответа. Игнас будет помогать комментировать вопросы и ответы, которые у нас здесь. Вот сейчас у нас уже 10, ну, на момент, вот я сейчас считаю 10 участников, но, к сожалению, у нас есть некая задержка видеотрансляции, поэтому мы постараемся сейчас подождать по максимуму всех, и у нас, я думаю, что будет по одной минуте на каждый вопрос. С учетом того, что идет некая задержка в передаче, у вас будет определенное время, чтобы корректно ответить. На всякий случай хотелось бы уточнить, что игра построена таким образом, что на экране телефона отображаются цветовым способом несколько вариантов ответа без самого текста ответа. Вам надо будет смотреть текст на экране. С учетом того, что у нас идет задержка, просьба сверять, что это именно тот вопрос, о котором идет речь, чтобы не было путаницы. Вот, и я думаю, что мы подождем еще одну минутку и начнем. Но прежде чем мы начнем, я, наверное, Игнасу еще от себя задам интересный вопрос. Игнас, а вот ты рассказывал сегодня достаточно много разных методик и подходов к защите. Вот как ты считаешь, вот ты лично бы в своей инфраструктуре, в своей сети, что бы из этого вот в первую очередь бы применил и что бы тебе казалось бы наиболее... ну, с твоей точки зрения, востребованы с практической стороны? Есть у тебя вот эта картина, как ты это думаешь? Опять, какие-то технические компоненты, они не являются решающими. Сеть должна работать. И потом она должна быть обслуживанием. В смысле, вот команды обслуживания, которые работают в ней, для них вот всякие такие технические решения не должны создавать ненужные проблемы. Потом это баланс между нужной функциональностью и вариантами решения этого вот, того функционала, которого не хватает, другими методами. На сегодня это никакой не секрет, все используют пароли там, где это выглядит как бы нужно. Это TCP/MD5, потому что ничего лучше у нас пока как бы более глобально нет. Как часто меняются пароли? Откровенно говоря, не так уж и часто, потому что... В тех сферах, где это действительно нужно, это координируется, и есть даже, вот, допустим, автоматизированные решения, которые это делают. Там, где это меняние паролей не нужно, ну, они там, может, и годами такие же самые быть, это просто работает. И можно говорить, что со стороны зрения как бы политики безопасности это какое-то большое нарушение, но надо оставаться реалистичными. Больше проблемы создаются там, где это, допустим, единственный линк, или нет другого механизма, как можно, допустим, то, что называется drain сессию, отвести трафик вот от этого соединения, там поменять параметры и обратно поставить трафик на работу.
Наверное, самое больное действительно, с моей точки зрения, это координация паролей на Exchange, там, где они используются. Не везде они используются, но там, где используются, это действительно вот из тех сфер, которые доставляют проблемы, это связанные вот с синхронизацией по MD5. Это, наверное, самая та большая сфера, которая доставляет проблемы. Предлагаю начать. У нас уже набралось 23 участника. Я думаю, что 24. Ну, подождем 25. Вот. Вот 25, как раз круглая цифра. Начинаем. Так, итак, квиз по безопасности BGP. 16 вопросов. На каждый ответ дается 1 минута. С кем надо согласовать пароль для сессии BGP? С соседом по BGP, с отделом технической поддержки, с отделом информационной безопасности или пароль секретный и не надо никаких согласований? Как вы считаете? Вы сейчас можете начинать отвечать. Вот как раз у нас уже пошли ответы. Сразу видна задержка трансляции, видно, что ответы начались с некоторой задержкой. Но мы подождем, у вас есть время, чтобы ответить. Мы будем двигаться к следующему вопросу. И как бы большинство вопросов здесь вот в этой игре, они более-менее связаны с тематикой вот этого доклада, но не обязательно. Да, мы постарались учесть еще то, что у МСК X в этом году 25 лет, и вставили вопросик один в МСК X. Так, итак, отлично, на мой взгляд, отличное начало. 21 человек ответили правильно, да? Так, что скажешь, Игнас, какие у тебя есть? Так все верно. Ну, конечно, можете согласовать с отделом безопасности, но это совсем не обязательно. Да, для того, чтобы BGP работало, лучше говорить с BGP, а не с отделом безопасности. Итак, двигаемся к следующему вопросу. Кто у нас сегодня победил? Значит, победил в этом вопросе Сергей М. Но еще это не конец, это только начало. Мы постараемся сейчас двигаться побыстрее. Итак, следующий вопрос. Что такое MD5? Предлагаемые варианты стандартов, описаний, спецификации ISO. И будем рады услышать, что вы думаете на этот счет. У меня еще раз просьба ко всем, кто смотрит на телефон, смотреть не только на то, что у вас указано на экране в качестве ответов, но смотрите на вопрос, чтобы у вас вопрос совпадал с теми ответами, которые у вас даются на экране. Так, 24 ответа. Ну и что же у нас тут получилось? Получилось просто прекрасно. Да, действительно, MD5 это спецификация, которая была публицирована в ITF. ГОСТ это локализированный, еще советский стандарт MD4 прежнего варианта. FIP-180 это SHA-1, ну а ISA это для менеджеров. Итак, следующий вопрос. Как Black Hole дружит с RPKI на MSKX? Black Hole не поддерживается. Нужны ROA для всех, ROA triggered Black Hole. Достаточно иметь ROA на весь блок или loser RPKI для Black Hole, если кому-то это более понятно. И MSKX не проверяет Black Hole по RPKI. Итак, вопрос. Как Black Hole дружит с RPKI на MSKX? Интересно, кстати, ваш опыт применения RPKI. Если он таковой имеется, будем рады увидеть это в нашем телеграм-канале. Готовы подискутировать и обсудить.
Это третий вопрос из 16. Я чувствую, основная гонка начнется к последним вопросам. Интересно распределились значения. Вот правильный ответ действительно. MSKX не проверяет Black Hole per PKI, хотя в некоторых документациях и то, к чему как бы стремимся, то, что это было уже даже какое-то время назад сделано просто для анонсов на роут-сервере, когда мы разрешили пропуск префиксов в рамках анонсируемых блоков. Вот будет достаточно для RPKI, достаточно для Black Hole иметь RO на весь блок. Таким образом, если валидируется блок, то корректно будет валидироваться и Black Hole. Давайте перейдем на следующий вопрос. Так, ну, уже меняется. Меняется команда. Давайте дальше будем смотреть. Итак, этот вопрос подразумевает несколько вариантов ответа. Какие механизмы защиты по BGP возможны? Варианты ответа: RPKI, BGP-SEC, OpenVPN и TCP-MD5. И тут, наверное, не надо так уж глубоко копаться в аспектах работы вот всех этих указанных методик или вот вариантов. Это простой вопрос. Что можно использовать? Интересный вариант ответа, да? То есть OpenVPN... как бы практически никто не указал. Так, а почему вы так вот не любите безопасные тоннели? Хорошо, и в действительности тут есть смесь всего, и каждый из этих компонентов может быть использован и для решения разных проблем. BGP-SEC, он не... Хорошо, он... В большинстве живет в теории, но тоже есть и в практике, есть вендоры, которые это поддерживают, но, к сожалению, наверное, нет операторов, которые это пользуют. TCP, MD5, но об этом говорили, RPKI, конечно, об этом говорили, а OpenVPN это просто один из вариантов шифрованных тоннелей, по которым может идти BGP. Так, ну давайте следующий, значит, так... Команда двигается. У нас победитель сейчас Morkhold по итогам текущих. Давайте следующий, пятый вопрос. Что аутентифицируется при помощи TCP-MD5? Каждый NLRI внутри апдейт, весь пакет апдейт, пароль сессии BGP или TCP-сегмент? У нас уже 22 ответа, почти все. Да, правильно. Весь TCP-сегмент, потому что механизм вот этой TCP-аутентификации, он понятия не имеет, что такое BGP, и тем более, что там внутри BGP. Хотя, может быть, было бы интересно. Вот этот префикс, он получше, он сертифицирован, авторизирован, а вот этот префикс похуже, но, к сожалению, пока нет. Обрати внимание, много ответов пароль сессии BGP. Да, действительно, и это действительно неверно. Пароль, он
из пароля делается сигнатура, а не в обратную сторону. И пароль живет своей жизнью внутри роутера и никуда не уходит. Да, было такое в ранние времена BGP. BGP имело то, что называлось authentication. И там действительно шел открытым текстом пароль. Но это было давно, и это было плохо. Итак, следующий вопрос. То есть, что должно быть синхронизировано между роутерами для корректного перехода между используемыми ключами? Версия программного обеспечения, время, таблица маршрутов BGP или ничего синхронизировать не надо? Что должно быть синхронизировано между роутерами для конкретного перехода между используемыми ключами? Корректного. Да, корректного, верно. Так, у нас уже есть 11 ответов. Я одним глазом подсматриваю в телеграм-чат Peering Forum, там был комментарий по вот тому вопросу по OpenVPN, что хотели бы посмотреть на как BGP работает по OpenVPN. Тему вам сделать, ну мы... Наверное, тогда на следующий Peering Forum можно попробовать сделать практические демо непрактических идей. Точно. Это интересно. Интересно распределились ответы, да? То есть у нас основное — это время, но также и много ответов, ничего синхронизировать не надо. Все-таки время. Да, можно спорить, что ничего синхронизировать не надо, но тогда надо конкретно говорить, о каком механизме мы говорим. Если мы говорим об, допустим, TCP/IO, у него во всех имплементациях, которых вы сегодня можете купить, ключи привязаны к времени валидности. И роутер сам принимает локальное решение, когда начинать отсылать вот, сигнатуру, сгенерированную новым ключом. Если другая сторона будет иметь разное понимание локального времени или использует какой-то другой механизм генерирования сигнатуры, переключения между сигнатурами, они просто не совпадут. Ничего синхронизировать не надо будет тогда, когда или все универсально перейдут к TCP/IO, потому что там действительно можно отдавать только идентификатор ключа, и в то же самое время все ключи будут активными на другой стороне. Потому что я могу говорить только о некоторых платформах, которых я сам знаю, они используют один ключ как активный, а других не можно использовать. Если, допустим, приходит ключ с недействительной датой валидности, его не можно проверить. Но опять, это реализации, детали реализации. Итак, седьмой вопрос. Какое влияние имеет безопасный транспорт BGP для RPKI? Никакого. Это имеет значение только для RPKI-инвалид префиксов. Это меняет статус RPKI-инвалид на RPKI-unknown. Это меняет статус RPKI-unknown на RPKI-инвалид. Какое влияние имеет безопасный транспорт BGP для RPKI? Интересно, что подобные викторины проводили в аудитории, и, конечно, в аудитории отсутствие задержки приводило к достаточно быстрым ответам, быстрее, чем лектор успевал дочитывать заданный вопрос, уже прилетали ответы. Здесь мы вынуждены, к сожалению, немного ждать. Кстати, реальная эта игра, она довольно втягивающая. Если вот аудитория в нее участвует, на это интересно посмотреть. Но имеем то, что имеем. Да. Да, действительно. Никакого прямого влияния это не будет иметь, потому что это два разных параллельных мира.
И действительно, ну, если уж очень хотите, и если ваша платформа позволяет, то можно написать политику, что если у это соединение с этим пером идет по безопасному каналу, то можно поменять на входящей политике invalid на valid, или что там было на вопросе. Но зачем? Так, у нас уже есть один человек, который занял максимальное количество правильных ответов, 7. Это АИ. Ну, давайте двигаться дальше. У нас 8-й ответ. Вопрос. Совместим ли TCP AO с IPv6? Нет, совместим. Совместим только для eBGP? Совместим или совместим для IBGP? Интересно было бы еще и узнать имплементацию. Я полагаю, что не везде даже имплементировано, да, если можно было указать. Ну да, а если хотите бонус-поинт, вот еще с одним вопросом, то совместим ли с конфедерациями BGP? Конечно, шучу я так. Вот, но. Имплементации, да, это больная тема, пока больная. Но вопрос здесь о концептуальной совместимости. Если есть какой-то вендор, который не поддерживает один или другой вот из IPv4 и IPv6, это уж их решение. Да, действительно, совместим, потому что он работает на уровне TCP. Ему как бы, кроме длины пакета, нет разницы, IPv4 там или 6. Отлично. Так, двигаемся дальше. Как корректно пользовать TCP Authentication Option для RPKI в роут-сервере точка обмена? Маркировать префикс при помощи стандарт комьюнити, маркировать префикс при помощи latch комьюнити, RPKI и TCP AO никак не зависимы, и RPKI и TCP Authentication Option нельзя пользовать вместе. Тут вот тоже коллеги говорят, что задержка 30 секунд. Но думаю, что как-нибудь успеваем в одну минуту вопросов, вот, чтобы можно было ответить, ну, что поделаешь, технологии. Да, действительно, они никак не зависимы. Оба хорошие, но независимые. Давайте двигаться дальше. У нас остается уже меньше половины вопросов. Так, итак, вопрос 10. Зачем все эти MD5, ключи, ведь уже есть RPKI? RPKI это хорошо, но недостаточно. Это улучшение для RPKI. Но все ведь используют, чем я хуже. Это и есть часть RPKI. Возможно, вопросы сформулированы не очень, или ответы не очень понятно, но я надеюсь, что большинство из них аудитории понятно. И я, наверное, должен принять большую часть вины на это. Все-таки русский язык для меня не родной, и голова думает на английском, и структура предложения тоже получается такая. Вот, и то, что для меня звучит естественно и натурально, для вас может быть, так что он хотел сказать? Ну, мы делали это в блиц-режиме, поэтому так получилось немножко, может быть, не очень обкатанным. Но ничего, это мы учтем в следующие разы, вот этот опыт. Итак, 21 ответ. Именно, это хорошо. И особенно, если мы смотрим на вот ту потенциальную эволюцию, которая будет, это есть RTR, который несет и важную информацию вот именно связи префиксов, длины префиксов и ESPAF-ов, и валидности. Он тоже работает по TCP, он тоже должен приходить к роутеру. И, допустим, если вот
как бы вариант атаки. Вместо BGP мы делаем атаку на RTR, подменяем, что там идет по нее, и, допустим, меняем invalid на valid или что-то еще такое. И да, это будет работать. Так, двигаемся дальше. 11-й вопрос. Если включить аутентификацию транспорта, то топология BGP будет конвергировать быстрее, медленней, также или не будет конвергировать совсем? Это просто для пояснения. Вот при всех равных других вариантов включили аутентикацию и не включили аутентикацию. И смотрим, как это будет работать. Здесь имелось в виду выражение BGP convergence, как оно на русский язык переводится действительно. Это здесь. Сходимость, наверное. Как быстро все сработает до того, когда вот таблица BGP будет стабильной? Да. Именно медленнее. Да, это такой вопрос. Совсем не сложный, но с крючком, если так сказать. Что есть сигнатура? Сигнатура — это дополнительных 18 или зависимо от используемого хеша байтов внутри пакета. Размер BGP-таблицы, он в обоих вариантах, он тот же самый. Вот, и на проводы сегодня это около 20 мегабайт. Но для передачи это просто по plain TCP и по аутентифицированному TCP байтов на проводе надо будет передавать немного больше. Ну, если, допустим, используется пакинг префиксов, это где-то 200 тысяч пакетов, например. 200 тысяч пакетов плюс 16 байт на каждого, все-таки получается больше данных, которые должны пройти по проводу, чем без аутентификации. Из-за этого таблица на другой конец соединения придет немного позднее. Это тот же самый случай. Что быстрее, IPv4 или IPv6? Все-таки немножко... Из-за разницы длины адресов один хоть теоретически медленнее другого. А с BGP это намного более видно. Кстати, можете попробовать сделать тест. Я вот ради любопытства такого делал. На целых 2 секунды разница. Много от девайса, от всего, но разница есть. Так, итак, двигаемся дальше. 12-й вопрос. Почему рекомендуется уходить от TCP MD5? MD5 недостаточно криптостойкая функция. Проблема безопасности BGP – это road leaks. Трудно поменять ключ сессии. Производители маршрутизаторов так сказали. Особенно красиво выглядит ответ производителей маршрутизаторов, так сказали. Как часто вы слушаете производителей маршрутизаторов? А как часто вы радуетесь визитам производителей маршрутизаторов, когда они приглашают вас на ужин? А это, знаете, другая сторона того же самого аспекта. Так. Да, действительно, трудно поменять. Вариант тот, что MD5 недостаточно криптостойкая функция, он не является ложным. Но в том контексте, где это используется, криптографически стойких аспектов там и так нет. Это просто довольно быстрая функция, которая универсальна, которая реализуема везде, и которая просто попалась под рукой, когда вот дизайнили протокол. А проблема в том, что ничего, кроме одного ключа, с которым мы начали работать, там нет.
И поменять это возможно, но это не так уж и тривиально, не уронив сессию. Итак, мы двигаемся уже ближе к финалу. Так, 13-й вопрос. Нужно ли квантовое шифрование для обеспечения безопасности BGP? Да, было бы очень неплохо. Это избыточно. Да, уже используется. Надо применить ROT 13. ROT 13 это для фидошников, те, которые помнят времена фидонета и их редакторы сообщений. У них был такой механизм шифрования перестановкой букв на 13 символов по таблице ASCII, очень, кстати, криптостойкий. Итак, у нас есть ответ. Это избыточно. Так, и что тут получилось? Это избыточно. Действительно, да. Ну, первое дело, шифрования там и не надо. Потому что проблема... Ну, зачем шифровать то, что и так публично? Другое дело, квантовое шифрование и прочее... Ну да, это на уровне экспериментальных каких-то пользований, но там еще далеко-далеко до практического пользования. Вот если это вы уже пользуете, я вам завидую. То, что это, может быть, было неплохо, ну, когда-то, наверное. Итак, у нас осталось три вопроса. Что аутентифицируется при помощи TCP-MD5? Каждый NLRI внутри апдейт, весь пакет апдейт, пароль сессии BGP или TCP-сегмент? Так, или... Я хорошо помню, был ли этот вопрос или, или еще не был? Вот у меня тоже уже... Может, как-то... Два вопроса. Кто-то, может быть, заработает легкие очки тогда. Да. Вот. Может, повторился. Было, было, да. Повторили вопрос. Ну, ошибка, но ничего страшного. Да, я тоже помню, что мы его задавали. Но закрепим знания, что называется. Да, именно. Сегмент. Тут все. Давайте все двигаемся дальше. Итак, у нас осталось два последних вопроса. Если послать пакет BGP-апдейт с неверной сигнатурой, то другая сторона пришлет нам notification, примет только те префиксы, которые валидны с точки зрения RPKI, не будет ничего делать, или пришлет нам анонс 4.0, слышно? Default route. Default, да. Так, что тут получается? Да, действительно не будет ничего делать, потому что сам компонент BGP такого пакета просто не получит. Он будет отброшен из-за того, что не подходит сигнатура. Вы действительно хотели, чтобы слали notification? Может быть, немножко, так сказать, тут из пушки по воробьям получается. Кстати, а почему никто не выбрал default route? Как было бы хорошо, а? Это большой роут-лик был бы. Так, двигаемся дальше. Итак, последний вопрос, который определит победителя нашей сегодняшней викторины. Как синхронизируются ключи при использовании TCP Authentication?
по BGP, по IKE, по TCP, по стороннему каналу. IKE – это протокол Internet Key Exchange. Он в IPsec пользуется. Так, последние 20 секунд игры. И мы определим победителя. А вот, так сказать, вопросик с крючком был. По TCP синхронизируются идентификаторы, а сами ключи, они синхронизируются по телефону, ну или по какому-то другому стороннему каналу. Само значение ключа, как таково, оно не передается вместе с TCP/IO или с кем-то другим. IKE, да, конечно, он там совсем не в ту сторону, BGP ничего даже не знает об этом. Вот. А для того, чтобы договориться со своим соседом, какой пароль использовать, надо взять телефон и договориться. Но много ответов по TCP, да, 13 человек. Да, опять, ключевое слово здесь было «ключи». Как синхронизируются, допустим, сигнатуры или алгоритмы, или номер ключа, или что-то такое, да. А вот сами ключи, ну вот, такой вот крючок. Итак, мы определяем победителя. Третье место занял человек с логином Forest. Второе место человек с логином Morholt. И первое место... Да-да-дам. Человек с логином IE. Итак, мы поздравляем победителя нашей викторины. Еще раз напоминаю, что пришлите нам, пожалуйста, письмо на events@msk.ru с указанием ваших координат, чтобы мы могли вам направить приз. И благодарю Игнаса за помощь в проведении викторины и за замечательный сегодняшний доклад. Очень интересно, и надеюсь, что мы продолжим дискуссию и в следующий раз, возможно, организуем еще и дополнительное, может быть, какое-то тестирование или какие-либо примеры использования, чтобы коллеги могли вживую увидеть некоторые аспекты. Ну и прежде чем мы сегодня закончим, я хотел бы напомнить, что пиринговый форум у нас подходит к ключевой фазе, и мы его проводим в этом году в формате онлайн, он проходит каждый четверг, и в следующий четверг у нас будет заключительная конференция MSKX 25 лет, и мы всех вас приглашаем и ждем на нашей заключительной конференции, будем рады вас услышать ваши вопросы. И надеемся, что в следующем году мы встретимся уже в офлайн режиме, но в этом году будем рады видеть вас онлайн и будем рады вашим вопросам, вашему участию. Ждем вас 3 декабря в 12 часов. До встречи через неделю. До свидания.